160 студентов из ПФО и 180 из Китая. В такой большой многонациональной компании прошел российско-китайский молодежный форум «Волга-Янцзы». Это одно из мероприятий в целом комплексе, направленном на укрепление взаимодействия России и Китая. Подобные встречи студентов проводятся с 2014 года после подписания меморандума о взаимопонимании. Более 40 студенческих обменов реализовано. Обучается сейчас наших ребят, наших студентов в Китае порядка 280 человек, а китайских ребят почти 900 человек. То есть огромный интерес у китайцев сегодня к получению образования в России. И такие студенческие обмены мы, конечно же, будем расширять. Каждый день форума был насыщен образовательными и культурными событиями, которые знакомили его участников с историей, культурой и современной жизнью Китая. Российские студенты посетили промышленные инновационные площадки, научные центры, музеи и все знаковые места провинции Аньхой. Особое внимание было уделено обсуждению проблем сохранения самобытности культур России и Китая и роли молодежи двух стран в культурном обмене. Слава, Саша, ваша зе, и Сансара Сусику.